Привет, это Ольга Швец. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы сделаем стробинг мейкап. Это очень интересная тенденция, которую недавно, совсем недавно начали диктовать мировые визажисты. Сегодня я скажу, как это сделать просто, эффектно. Поскольку мы живем в Сибири и, может быть, где-то стробинг уже отходит, то к нам он придет, я думаю, через годик, не раньше. Поэтому я сегодня пригласила потрясающую модель Асуль, помаши ручкой. Вот, и сегодня мы сделаем обалденнейший стробинг и из совершенно потрясающих и простых подручных средств. Девочки и мальчики, оставайтесь со мной, если это вам интересно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а мы начинаем. Под номером один база из линейки Faberlic Secret Story, двойной агент, очень классная штука, всем рекомендую. Итак, слева направо хайлайтер, авансеновский BB-крем, небольшая капелька крема Secret Story, и он рядышком вместе с базой. Рекомендую вам обратить внимание на такой стиль смешивания тональных средств. Посмотрите, что получится. Вот так. Обычным образом мы просто сразу все продукты частично наносим на лицо. И сейчас мы будем это распределять кисточкой. Вот сейчас пишется, не говори. Просто обыкновенной кистью, легкими движениями мы распределяем все это по лицу нашей чудесной, потрясающей модели. Так. Здесь уже как ваша художественная фантазия вам продиктует. И посмотрите, вот он стробинг-эффект, он просто вот получается вот такой вот сразу. Классный. Стробинг эффект — это эффект в макияже лица, это эффект вашей кожи, который придает сияние и свечение. И это уже все. Вот мы сейчас все сделали. Как видите, это заняло просто буквально парочку минут, не больше того. Вот. Угу. Ну как тебе эффект? Кожа светится. Ты загораживаешь себя чуть-чуть пониже. После, да, вот. После умывания. Да. То есть, как видите, не присутствует никакой коррекции. Мы не переходили на шею. В принципе, для того, чтобы было более гармонично, мы можем немножечко хайлайтера разместить. Вот это все перечисленные продукты вот таким образом легли на лицо. Нельзя сказать, что данный эффект дал какой-то один продукт. Вот чтобы не было разночтений у нас, чтобы было такое подсвечивание, никогда не забывайте про ключицы и никогда не забывайте про мочки ушей. Вот. Такие у нас эльфийские ушки классные. Ну как тебе? Ну вот, мне вот это очень нравится, часть. Интересно смотрится. Ателье вот в таком оттенке, оттенок Лолита называется.
поярче, с учетом того, что видео будет обрабатываться, и кадр будет просветляться еще. Потому что этот фон из серии, как бы, вот, он такой совершенно натуральный и совершенно естественный. Не забываем. Вот, кстати, существует множество разночтений, как мы должны накладывать румяна. Вот зона, вот зона, вот здесь не забываем, вот здесь также не забываем. Мочки ушей вот сюда проходим. И также не забываем про ключицы. Потому что если вы нанесете только на какую-то одну часть, здесь частички пигмента, все равно это все создаст общее, такое свежее впечатление. Вот если вы хотите выглядеть моложе, закрой глазки, не забывайте чуть-чуть добавить на веки. Сегодня у нас как раз тема минус 5 лет, а то и 10, смотря какой эффект вы хотите получить. То есть такой вот baby face мы получаем. Открываю небольшой секрет свой визажистский. Берем немножечко блеска для губ. Это именно для фото и видеосъемок. И блеск для губ, даже если он идет с каким-то небольшим оттенком, выступит у вас как фиксирующий для бровей. Потому что у вас, если вы делаете фото макияж, у вас не должно быть таких нюансов, как какая-то вот такая вот олдовость, да, которую там уложить эти брови, все, это не будут так лежать. Нет. Здесь просто блеск для губ, просто совсем чуть-чуть. Мы сейчас заполним брови совсем тоже чуть-чуть, аккуратно, тенями. Посмотри сюда. Да, очень красиво, супер. Берем вот этот оттенок из палетки Naked 2. И будем оформлять с его помощью брови. Мы не хотим получать никакие графичные брови. Нам это совершенно ни к чему. Нам нужно только чуть-чуть заполнить пространство между волосками. Совершенно оставляя потрясающий натуральный эффект. Нам не нужны никакие там брови в стиле Anastasia Beverly Hills, которые все больше и больше начинают напоминать брови трансвеститов. Поэтому как бы... Здесь сами по себе брови очень шикарные, поэтому буквально совсем чуть-чуть. И то, кстати, вот такими тенюшками, совсем-совсем бледными, и то, как бы они уже достаточно круто выглядят. Бровями поведи. Угу. Я знаю, что визажисты закидают меня тапочками, но мы берем совсем дешевый карандаш. Совсем-совсем простой. В оттенке мокко, триумф мы берем. Он такой вообще повидавший виды. И, наверное, в моей коллекции. Вот его название. Вот. Мы прорисуем ресничный контур. Совсем-совсем-совсем почти что незаметно. Еле заметно и натурально. Наша цель сегодня. Вот на левом глазике мы сделали буквально, совсем чуть-чуть прорисовали ресничную стрелочку, межресничную, сори. Посмотри сюда. И мы сразу видим, что левый глаз у нас там намного ярче, интереснее и более такой подведенный. Но стрелку вообще не видно. Она просто между ресничками. Она очень легкая, просто вообще коричневая, не темная, а совершенно натуральная. А теперь... Мы переходим вот сюда. Обратите внимание, у нас у модели глазик азиатский, поэтому мы нарисуем ей вот здесь, вот небольшими штрихами, складочку верхнего века, которая здесь, по сути, как бы в данный момент у нас просто нет. Мы, вот чтобы вообще не мучиться, девочки, мальчики, делая натуральный мейк, не ведите линию, можете просто ставить точки. Вообще сам вот этот по себе карандаш, который я могу вам смело рекомендовать, быть идеально просто вот из этих точек растушеванным.
То есть видите, да, что не обязательно вести линию, можно просто делать штрихи, потом мы возьмем кисточку, да, вот по косточке мы как раз, да, идем, чувствуешь? Арт под номером 6. Вот она. Вот так выглядит кисть. И когда я ее приобрела, у меня было ощущение, что она сама рисует. Она просто потрясающе растушевывает. Она такая классная, что я просто вообще обожаю ее. И могу всем советовать. Во-первых, она стоит что-то порядка 140 рублей, а не 140 долларов, как Хакухуда, например. Но работает она великолепно. Здесь я уже все сделала. Теперь на другой глаз переходи. Видишь, как она работает? То есть один глаз я сделала модели, и второй глаз предложила ей сделать самой. Потому что, ну, чтобы она ощутила эту прелесть. Видишь, как она работает? Ну да. Это что, натуральный ворс? Это не натуральный ворс. Это синтетика. Она просто сама рисует. Вот у меня такое ощущение, что она сама рисует. Я не пробовала другие кисти этого бренда, но вот за эту кисть бренду M-Art можно уже поставить небольшой памятник. Супер, я ее обожаю. Я просто ее безумно люблю. Это история про то, как нарисовать подвижное веко, но неподвижное. Ну, кстати, в России потрясающий мастер, который был Игорь Семушин. Это очень большой специалист по этой теме. Вот. Теперь смотри, дорогуша. Вот тебе веко, не азиатское. Видишь? Ну как? Берем BB-тушь от Art Visage, даем ее в руки модели, пусть она попробует сама накрасить себе ресницы. Я думаю, у нее это прекрасно получится. В данный момент у нас в оттеночке она идет в сером, вообще еще есть коричневый. А сейчас посмотрим, что она сделает. Ну да, ресницы разровнялись. Выровнялись. Расчесались, выровнялись, удлинились. Мне нравится то, что она такая легкая, без комочков. И нет такого эффекта вот ресниц порнозвезды. Когда там один раз, и там такие дрен. Своих. Я говорила и буду говорить, что мы будем отдельно останавливаться на этом продукте. Он вызывает у блогеров очень-очень разные как бы мнения и ощущения. Мои ощущения это одно, но я всегда вот спрашиваю у моделей, потому что для меня это очень важно. Вот. Сегодня мы попробуем с Ассоль вот этот потрясающий My Lip Tint. Вот сейчас будем записывать, как первый раз человек, который никогда этого не делал, будет это делать. Давай, поехали, попробуем. Я не знаю, будет ли ей это удобно, или будет ли ей это неудобно. Или она быстро поймет. Но вообще, говорит, у женщин мозг, руки вообще заточены на все это. Прям выдавливай, не бойся, но только не переборщи. Необычное, да, ощущение? Ну, как обычно. А промакивать-то можно? Не надо, не надо, не надо. И губа об губу не надо делать. Должна получиться такая вот пленочка. Просто такая блестящая пленка. Как тебе? Чуть пощипывать, пощипывать. Значит, будет губы увеличивать. Так. Покажись нам. Похоже на помаду Элис Фас, такую типа кровь. Да, да, да. Да, вообще похоже. Но плюс еще такой глянцевый блеск. Ну, сейчас будем сушить помадку. Вот этот волшебный корейский тинт.
Кстати, я оставлю внизу ссылочку, где можно приобрести такой. Погнали. С этой стороны? Да как хочешь. Полностью. Она так и должна слезть. Вот, а цвет остается. Вот так в одно касание она снимается. А цвет остается. Вас подстерегает проблема. Если вы, не нанеся сверху блеск, попытаетесь в солнечный день выйти на улицу, вы можете сжечь губы. У меня лично получилось так. Я сначала думала, что может быть какая-то проблема с блеском, а на самом деле проблема была с тем, что... Посмотрите, какой нежный, красивый, натуральный цвет. Как ощущение? Интересное. Потом скажешь, сколько продержится. Ну, в смысле, вот этот цвет. Потому что, ну, кто-то говорит, что там один раз поесть, и цвет уйдет. То есть даже это не смывается? Да. Едкий. Угу. Ну, чем-то похож на тот, который вы тогда наносили. Этим. Жидкая текстура тоже въедливая. Бенефит. Угу. Вот, для того, чтобы не сжечь губы, для того, чтобы... защитить губы и дать им объем, мы нанесем вот такой нежный девочковый Pink Beige от Avancen, от косметики, косметика корейская тоже, кстати, у нас здесь много Кореи сегодня. Тоже посмотришь, что будет с губами, обалдеешь, гарантированно. Ну как? Смотри, как мед. Ну как? Губы выравнивает, объем добавляет. Как сменились два цвета таких? Переливаются. Что мы имеем? Светящуюся кожу, слегка, совсем чуть-чуть оформленные брови, классные губы, классный натуральный румянец. И нарисованное веко. Вот. Распускай волосы. Мы сделали образ для фотосессии с натуральным эффектом. Вот. Сейчас мы будем фотографироваться.